Thank you, Pres. The situation with the United States is dangerous. For us, it's very important. Europe and the United States also have to be ready to work together this period, not to lose this unity. Europe is the strong leader in the world. Europe has now to support the United States. У цивилизации русской и российской, видимо, вообще тут и говорить не о чем. Многомиллиардных вливаний. На основе этой стабильности развивалось или менее вырванное. Ну, за счет чего? Проблема в том, чтобы расширить производство, чтобы увеличить количество денег, которые направляются на войну и продлевают этот конфликт. Ну, представьте себе, поставки прекратятся завтра, жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы. Мы никогда не возражали, и счету украинская экономика без внешней подписи существовать тоже не может.